Привет, друзья! Сегодня у нас обзор на Гаруда от Hasbro. Сейчас мы посмотрим, что же он из себя представляет. И сразим его, скорее всего, с Фафниром F3. На который еще идет конкурс. Да, переходите вон там по ссылочке вверху. И там видео с конкурсом. Участвуйте и выигрывайте Фафнир F3. Вот такой красочный у нас Гаруда Максимум. Давайте посмотрим, что у него по характеристикам. Переворачивая его, Тима. Так, и смотрим. 0 атаки, 4 защиты и максимум 10 выносливости. Что значит, это выносливый у нас тип, да, Волч? Хозяином Гаруда является Гасем Мадаль. А характеризовать Гасема можно как серьезного и гордого бейблейдера. Может, потому что он занимается боевым искусством, кикбоксингом, муай-тай. Но в настоящее время Гасем остался без бейблейда, так как в одной из серий таинственный блейдер Red Eye уничтожил Гаруда в битве, которая проходила в часовой башне Биг Бен. Тим, посмотри, какой суперский диск. Желтый, яркий. Да, наконечник такого цвета. Класс. Давайте рассмотрим их поближе. Физический слой у Гаруда яркого желтого цвета, как заметила Маша. И в отличие от других бэев, у него края идеально ровные. Вот давайте с Фафниром сравним, да? Смотрите, Фафнир у нас, ну, вот такой вот весь зазубристый какой-то, а этот идеально ровный. Но у Гаруда есть 5 лопастей, которые создают верхнюю силу, которые как бы поднимают бейблейд над ареной, чтобы уменьшить трение, ну и улучшить выносливость. Представляете? Ого! Смотрите, у него силовой диск такой же, как у Фафнира. Что, серьезно? А ну давайте посмотрим, сравним. Ребята, серьезно, смотрите. Если не считать вот этой пластмассовой насадки, два диска действительно как одинаковые. Так и такая же форма, вот как овал, да? А он такой же тяжелый. Ну на, попробуй, сравни. У кого тяжелее? У этого. У Фафнира все-таки да. Тяжелее? Хоть и одинаковая форма, но у Фафнира немного тяжелее этот диск. Так, а наконечник? Наконечник вам ничего не напоминает, ребята? Да, напоминает. А что? Он как у Рактовора. Да. Представляешь? Так что у нас Гаруда, повторюшка, мушка, получается силовой диск, как у Фафнира, наконечник, как у Рактовора. Кстати, давайте сравним, где у нас здесь Рактовор, где-то был рядышком. Давайте посмотрим его наконечник. А ну сравнивайте, похож? Нет, у Рактовора меньше. Меньше, ты думаешь? Угу. Ну, он оранжевый у Рактовора, да. Да, мне кажется, он одинаковый, не знаю. Маша, ты что скажешь? Одинаковые? Ну, одинаковые. Мне тоже кажется, что разница только в цвете. А вам, ребята, как кажется, одинаковые или нет? Тут же есть еще код для сканирования. А, ну конечно, давайте нашим ребятам сейчас дадим, чтобы они отсканировали код. Кто играет в игру сейчас, ребята, вот. Сканируйте, кому надо, код. И что, будем приступать к битве? Да! С кем будет? Так, Тимофей, собирай наш Бейблейд Гаруда. И будем его сейчас сражать. Ну, наверное, мне кажется, надо сразиться с Фафниром, потому что у них почти одинаковые силовые диски. И может быть, наверное, с Рактовором, так как у них драйвера одинаковые. И посмотрим, что, кто кого, да? Да. Ну что ж, кто кем играет? Я Гаруда, а я Фафнира. Ну что ж, давайте сражаться. Раунд первый. 3, 2, 1, шоу!
Посмотрите, какой он огромный по сравнению с Фафмиром. Он, мне кажется, в два раза больше. Интересно, как он себя сейчас поведет? Кто же станет чемпионом этой битвы? Смотрим. Гаруда, слушай, что-то они, да, вот смотрите, даже до друг друга не касаются. Это просто соревнование на то, кто быстрее остановится. Что-то совсем скучно. Ну хорошо, будем ждать, кто же остановится быстрее. И виляют оба. Нет, Гаруда раньше остановился. Мне тоже показалось, что Гаруда. Так, вот держите вам Рактавора. Кто кем будет сражаться? Так, Маша также Гаруда сражаются, Тима Рактавором. Раунд второй. 3, 2, 1. И полетели. Тоже кого? Такие небольшие атаки друг друга касаются еле-еле. Сейчас интересно. И Рактавор тоже сдает. Так, ребята, кого берем в соперники к Гаруда? Red Eye или Волтрек V3? Волтрек! Тим, что ты скажешь? Волтрек! Ну, берем тогда Волтреека, давай. И третий, последний раунд. Посмотрим, кто кого. Волтреек V3 или Гаруда G3? 3, 2, 1. Ну, Волтреек зверь. Смотрите, как гоняет. Оттолкнул Гаруда и остановился. Ну что ж, Гаруда проявил супер выносливость. Гаруда супер выносливый. А теперь субботние приветики. Первый приветик летит для Андрея, Арсена, Василия и Дани. Привет! Удачного дня для Димы Петрова, Жени Исаенко, The Jazz Star и Котейка. Привет! Передаем приветик Олегу, Назару Батюк, Ксилиам Форкес и Макарыч. Привет! Привет от нас для Андрея Позитивчика, Диме Сакери Норх и Фокси ТВ. Привет! Рома Малинин, Артем Арт и Саша Асанов. Привет! И последний привет для поклонников Шукуриная. Спрайзен Шоу Миша Крикун, Шукуринай Максим и Шукуринай ТВ. Привет! Кому понравились бои, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Team Vitage. И Маша. Пока-пока. Пока, друзья.